Отдать своего ребенка в детский сад «Золушка» хотят многие бийчане. Оно и понятно. В дошкольном учреждении созданы все условия для комфортного пребывания. Кормят сытно и вкусно. С воспитанниками работают психолог, логопед. Есть свой бассейн и даже небольшое физиоотделение. Это соляная пещера, массажная комната и многое другое. А несколько лет назад под эгидой Государственного института развития образования здесь начали работать по совершенно новой образовательной программе. Детский сад на сегодня представляет из себя федеральную площадку в ГАУ-ФИРО. Мы работаем по программе «Мир и детство. Конструирование возможностей». Это единственный детский сад за Уралом, который стал федеральной площадкой. В детском саду у нас 10 групп, из них 2 группы раннего возраста. То есть мы на сегодня принимаем деток и всегда принимали, и с открытия детского сада, начиная с 1,5-2 лет. Детский сад «Золушка» в 2009 году открыла бийская фармацевтическая компания «Эвалар». Дошкольное учреждение в основном посещают дети сотрудников. Мы очень рады, что такой детский сад в нашем городе существует. И моему ребенку очень нравится сюда ходить. Были такие обстоятельства, когда нам нужно было поменять детский садик, но, к сожалению, мы не смогли это сделать, потому что отношения между нашим ребенком и воспитателем были настолько тесные и теплые, что она просто не смогла без них. Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется творчеству. В детском саду есть своя музыкальная студия. Коллектив тесно сотрудничает с городским дворцом культуры. По сути, они являются кузницей кадров для нас. Мы с удовольствием принимаем, наблюдаем за развитием, за талантами, которые появляются здесь, и дальше уже на своей сцене их развиваем. Тому есть яркие примеры. Мы очень рады, что у нас есть такие замечательные партнеры. Всех, конечно, поздравляем! Саду детскому желаем. Сегодня в честь 10-летнего юбилея коллектив и воспитанники детского сада «Золушка» организовали праздничный концерт. Были и песни, и танцы. Кроме того, музыкальное поздравление подготовили выпускницы дошкольного учреждения. А в завершении праздника, как и на любом дне рождения, дети получили сладкие подарки. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни.